Всем привет, всем доброе утро, конечно же не утро, а уже час дня, да, даже час 20, и я проснулся как бы уже достаточно давно, час назад или полтора, где-то так. Кошка тут сидит, смотрит в окно, чешется, наверное, ждет, пока я ей открою окно нараспашку, чтобы она могла пойти погулять на подоконник. Но этого не произойдет, потому что у нас на улице очень-очень жарко. Плюс 30,2 градуса. Так что, да. И мы сейчас уже будем завтракать. Садиться завтракать. Мне на завтрак сегодня сардельки с огурцом и хлебом, вот таким вкусным семенами. Вот. Смотрим квартирный вопрос. Так что всем приятного аппетита. В общем, мы сейчас решили съездить на озеро, на Светское озеро. Ехать на минут 10-15. Вот мы едем уже. О, здорово. Я почему-то можно ехать. Вот, понятно. Свента это такой поселок, недалеко от города, но там живет достаточно много людей, сколько людей живет. Человек 1000 можно сказать. Так что, да, едем. Заехали еще в Петку, купили цепс с собой. Приехали. Вот само озеро, вот пляж, это типа пляж, но это больше поляна. И людей там достаточно много, вон, может, сколько. Такой вот здесь пляж. Растут разные деревья. Вот, вот, вот. Здесь вообще тут разные споды людей. Смотри, вот там вот первый. Вот это вот второй, я у него сижу. И вот там вот третий, вдалеке. Вот, вот, видите? Так что вот. Я заходил в воду, и не знаю почему, но для меня до сих пор холодная. Но хотя люди купаются, это значит, что для них она более-менее теплая. И мы уже едем домой. У нас время 17:37, на улице плюс 29. И мы сейчас заезжаем на наш новый мост, еще один новый мост. Вот такой вот железный Сменский мост. Здесь вешают замки свадебные, обычные. Итак, я уже дома, гуляю тут с собакой, вот он. И я, возможно, еще попозже пойду погуляю в город, потому что мне делать сегодня вроде как особо уже нечего. Так что, да, такие вот дела. Мы тут приготовили картошку вот такую вот с котлетами куриными. И вот такой вот салат из свеклы. Так что приятного вам аппетита, если вы тоже кушаете. У нас уже закат. Вот. На самом деле время уже сколько? 10:00. 22:04. Вот. И у нас на самом деле похолодало. Обещают дожди. Дожди ночью. Грозы с 4:00. Вот пошли уже облака. Видите, большое. Большое облако такое. Вот. Так что, надеюсь, будет дождь. И смотрите, птичка. Что это за птичка? Напишите в комментариях, что это за птичка. Я сомневаюсь, что это чайка. Хотя, может быть, детеныш чайки какой-нибудь или... Ну, в общем, напишите в комментах, если кто знает, что это. Сейчас я подумаю, что я какой-то такой, не очень умный, но ладно. В общем... Да, такие вот дела. И я сейчас продолжаю играть до сих пор в City Skylines. Эта игра меня очень-очень сильно затянула. И пока что буду играть, пока мне опять же не надоест. Вот. Закрыл уже окна, потому что совсем скоро должно вроде как стемнеть. Итак, вместо «в общем» я придумал говорить «итак». В общем, итак. У нас уже без 15 час ночи, я не знаю, что я сейчас буду делать, я на самом деле уже целый час просто сижу, ничего не делаю, тыркаюсь в телефоне, смотрю ютубчик. И я сейчас, наверное, хочу открыть окно нараспашку немножко, чтобы и комната охладилась, и Маруся по подоконнику погуляла, так что, да, сейчас открою окно, вот
окно у меня так открыто на проветривание. Сейчас у нас на улице плюс 21,9. Открывай окно, Марусь. Марусь, ты дождалась. Ты дождалась. Давай, иди сюда. Иди сюда. Прыгайся. Прыгайся. Молодец. У нас уже вот темно. Вот так вот. На камере не видно, но небо там еще более-менее светлое. Кстати, мне рассказали то, что вот эта вот птица, которая была, это был баклан. Детен же баклана вроде. Так что можете больше не писать в комментариях, кто это был. Я узнал. Смотрите, вот он до сих пор тут. На камере не видно. Вот он, офигеть. Баклан — это такая огромная птица. Если кто не знает, так же, как и я, да? Просто в два раза больше примерно, чем вот этот вот детеныш. Боже мой, птеродактили прилетели как будто. Два раза больше, чем вот эта вот птица. Так что, Маруся, надеюсь, тебя не съедят сегодня. По крайней мере, может, не надо все-таки. Не надо идти вот к этой вот птице, пожалуйста. И что еще? Сегодня мне принесла мою PlayStation, да, набрала PlayStation, чтобы поиграть, посмотреть ютубчик, потому что у нее нет Smart ID, так что я ей одолжил, потому что я как бы ей не особо пользуюсь, а ей как бы было нужнее. В общем, вот. Вообще, ушла. Ушла куда-то. Сидит, да? Скажите, ваше... Ваше... Ого. Смотрите, летит, летит. Ох, какая. Это баклан, походу. В общем, такие вот дела. Марусь, иди сюда, тебя сейчас съедят эти птеродактили нафиг. Какое-то тяжелое стало. Вот. Ну, ты серьезно? Я боюсь за мою кошку. Боюсь, что ее могут... С ума сошла? Куда ты прыгаешь? Все. Все, закрываю окно. Не надо мне тут такого, пожалуйста, устраивать. И я все никак не могу добраться до вот этого вот пазла, чтобы его или выкинуть, или собрать. Или... Да, конечно, походу нужно будет выкинуть. Сломалась вот эта вот штука. Штука, которая держит сам тут глобус. Печально. Или ее на клей можно приклеить. Или она все-таки так и была? Сейчас, подождите. А, не, она все-таки так и была, видимо. Так что не надо выкидывать. Будем собирать когда-нибудь, как-нибудь. Вот, я тут говорю уже 3 минуты. Не знаю о чем, просто так. Я думаю, на этом уже можно заканчивать влог, в принципе. Уже ничего интересного происходить не будет. Да и, в принципе, сегодня вообще ничего интересного не происходило. Так что, да, сейчас буду сидеть в телефоне, монтировать этот влог. И все, на этом все. Всем пока.